В детском саду номер 9 прошло обучающее мероприятие для детей о мерах пожарной безопасности в быту. Специалисты МЧС объяснили детям опасность игры с огнем, рассказали, как следует вести себя в случае пожара. Также ребятам напомнили номера экстренных служб и запретили поджигать сухую траву. В конце беседы воспитанники детского сада уже сами рассказывали основы пожарной безопасности, усвоив урок. За это им были вручены медали юных помощников пожарных.